После продолжительного ремонта Казанский цирк почти готов открыться. И несмотря на то, что его двери пока закрыты, нам все-таки удалось проникнуть внутрь и узнать, чем цирк готов удивлять будущих гостей. Одно из любимых мест казанцев закрылся на ремонт еще в конце апреля прошлого года. К сегодняшнему дню закончены работы по отоплению, электрике, вентиляции. Ведутся лишь отделочные работы. Также почти готовы служебные помещения и площадки, где содержатся животные. Манеж полностью покрыт новым материалом. Это новое покрытие. Оно еще как бы до конца совсем не сделано, но еще покрываться будет один раз. Убедиться во всем сказанном лично первыми удалось учащимся Высшей школы журналистики Казанского федерального университета на пару со своими будущими коллегами из различных редакций и телеканалов города. На самом деле я из Ижевска и сравниваю этот цирк с всемирно известным Ижевским цирком. И, честно говоря, Казанский цирк не уступает Ижевскому. Очень поражает масштабами и надеюсь, что будут билеты со скидками для студентов, и мы все сходим сюда. В добротной программе, с которой Казанский цирк начнет работу, вновь выступят жонглеры, акробаты, гимнасты, а также дрессированные звери. Обещают даже дрессированных уток. Долгожданное открытие цирка планируется на 17 марта этого года. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.